Здравствуйте, дорогие друзья! А у нас на повестке дня комплект «Собери сам» для нового экзотического питомца. Также по мере сборки этого комплектика мне бы хотелось, чтобы вы написали в комментариях, для какого же питомца может быть такой комплект. Сразу оговорюсь, питомец для меня очень нестандартный и непривычный. С такими ребятами, именно с вот этим видом, я буду иметь дело впервые. Более подробно о том, как он у меня появился, кто он и с чем его едят, я расскажу в следующих видео. Ну, а пока что приступаем к сборке. Итак, что мы тут имеем? А имеем мы непосредственно сам террариум, в котором временно будет жить питомец, и вот такой вот комплектик внутри. Да, комплект весьма интересный. Здесь у нас имеется моксфагнум. Универсальное средство, подходит как для инкубации, так и для содержания всевозможных питомцев. Он вам не подсказка. Далее. Укрытие в виде кокосика. Тоже особо никаких подсказок не дает. Поилочка. Тоже самая обычная, самая стандартная поилочка. Еще одно укрытие. Укрытие самопалка. Ну, уж шума ему. Далее. Вот здесь вот, возможно, у вас будут подсказочки. Вот такая вот штукенция. Тоже своего рода домик. Да, фон крайне грязный. Это отблески от инкубатора. Его вымыть я, к сожалению, не могу. Так, куда бы нам его пристроить? А пристроим сюда. И в качестве грунта у нас идут салфеточки. Но поскольку наш террариум слегка еще влажноватый после мойки, я предлагаю его сейчас дополнительно подсушить, протереть. Возможно, уйдет не одна салфетка. Ну и заодно видим остатки грязи после мойки. Да, я очень люблю делать это все быстро, поэтому зачастую вот такие протирания приносят вот такие вот плоды. И, возможно, вам на фоне слышно журчание водички. Это тоже одни из моих новых питомцев. Это аквариум с рыбками. Если будет интересно, пишите в комментариях, тоже покажу его. Итак, далее что мы делаем? Мы примеряем, как это все в длину будет лучше сделать. Скорее всего, будем ложить по одной салфеточке вот таким вот макаром. Получится в небольшой нахлёст, но я думаю, ничего страшного от этого не произойдет. Да, рукожопство процветает, но куда же без этого. Итак, начало положено. Далее устанавливаем в разных местах укрытие и поилочку. И здесь у нас разместится вот такой домик. Это будет как и возвышение, два таких, так и укрытие. Именно в это укрытие нам понадобится мох. Но нам сухой мох не подходит, поэтому прерываемся ненадолго. Для вас пройдет секунда, для меня минут 15-20. Пойдем промывать мох и непосредственно уже загружать его в судочек. Итак, мох промыт, уложен в камеру. Чуть-чуть поправляем укрытие. И вот уже это действие должно вам подсказать, кто же это может быть. Ставьте видео на паузу, либо по окончанию просмотра,
И пишите в комментариях ваши варианты, кто же это может быть. А на этом наше видео подходит к концу. Спасибо всем, кто досмотрел данное видео до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!